сборка происходит этого, значит, мотобурчика. Раз, два, о! Хоть где, бури, у меня везде рыба есть. Там, где окунет, как скал. Ну, можно и там. Ну, все, работа была. Хорошо, да, видно. Как вы удовлетворены работой, Бура? Очень. Да. По крайней мере, значит, не в напряг, сколько можно насверлить дырок, вот, предположим, для установки жерлиц сразу? Ну, по 10, по 20. Дырок? На 40? Ну, понятно. Хорошо. Сколько емкости бачка? 0,8 литров. Ну, еще если взять литр, то вполне для одной рыбалки хватит, да? На 70 этих самых дырок. Да. Вот, а 70 дырок можно взять каких-то щук, да? Гомер Габдулович, да, покажите, я, пожалуйста, я будьте... Неважно, мертвая, она плавает под льдом-то. О, ну что там? Благодаря этому прекрасному Буру рядышком сюда ловятся вот такие щуки. Потому что диаметр Бура 150. Любая щука должна пройти. Да, понятно. Сколько эта щука, на ваш взгляд, весит? Килограмма 3. Килограмма 3, понятно, да, говорите. Килограмма 3 точно. А вы как, какого мнения придерживаетесь, рыбак? Рыбак. Рыбак Мамаев. Я профессиональный рыбак. Я придерживаюсь мнения 3200. 3200? Да, больше. Понятно. 3200. Придем взвесим. Хороший. Это тоже не вкусно. Вот, сама щука выпрыгивает. Из этого. О, какая красавица. Открывай. Ba-b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 a